чудовищном преступлении, которое готовится на 16-й парковой, где прекрасное здание реабилитационного центра «Солнечный круг» детского хотят снести, чтобы построить стартовый дом для реновации. Так вот, меня туда пригласило и возглавляет борьбу за сохранение этого центра, который просто можно превратить в детский сад, в обыкновенный, там детей-инвалидов уже вывезли. Екатерина Силаева, депутат Северного Измайлова. Здравствуйте. Да, я Екатерина Силаева, депутат района Северного Измайлова. И у нас тоже есть проблемы с реновацией и в нашем районе, и в соседних районах. У нас три района, которые находятся в тесной связи: Измайловские, Северное Измайлово, Восточное Измайлово и просто Измайлово. Вот одна из проблем, которой действительно я занимаюсь, это стартовая площадка под реновацию по адресу 16-й парковый, дом 12. Это замечательное здание, отремонтированное после капитального ремонта. Мы там были, я и депутат Татьяна Царенко из Измайлова. Приезжал туда Сергей Сергеевич, как раз мы смотрели все это здание. И вот это замечательное здание господин Собянин хочет снести вот, и построить там какие-то дома. Значит, мы выяснили, что буквально по соседству находится детский сад, в которой есть очередь детей. Только представьте себе, буквально через три дома. И было бы вполне логичным вот это здание передать детям. Но в настоящий момент нам чиновники обещают о том, что они рассматривают этот вопрос, думают, но никакого решения, никакого постановления правительства Москвы об исключении этой стартовой площадки из списка стартовых площадок нет. Поэтому на сегодняшний момент угроза, в общем, остается прежней, к сожалению. Еще я хочу сказать о том доме в Северном Измайлово, это 16-я парковая, ой, это улица Никитинская, 16, корпус 2, который отбился от реновации, набрал необходимый процент голосов по ОСС, и которые префектура Восточного округа не выпускает из реновации. Они всякие им подножки ставят и не дают, вот, соответственно, выйти. Ну, я прошу, опять-таки, поддержать наших жителей в борьбе за это детское учреждение, за детское здание, и присоединяюсь ко всем противникам реновации. Реновация должна погибнуть в нашем городе бесславной смертью. И призываю вас также всех прийти на выборы мэра и сделать свой выбор не в пользу действующего господина Собянина. Спасибо.